Вы сделали выводы? У них разные категории для подобных вещей, разные уровни. Контакт первого вида – это когда ты видишь НЛО. Второй вид – когда видишь доказательства этого. Круги на полях, радиация. Третий вид – когда вступаешь с ними в контакт. И четвертый вид – нет ничего страшнее четвертого. Понимаете? Хранили тайны, мы улетали, делая свой стиль более летальным. Паранормальный рэп, тушите свет, это не мед, нет, это вербальный метод. Эффект век, течение подземных рек. Посылка с подписью, совершенно секретно. Ты не знаешь, кто там, ты не знаешь, что там. Три-три-три, шаги сменяют тупо. Кто-то устроит переворот, страх свой переворот. Подбирая пароли, король падет, оставив лишь один патрон в обойме. Микро настроен так, что пробивает броник. Гидропоник, водник, я удав, ты кролик. Взрывоопасная смесь, стилист подворотни. Непонятен обывателю, друг или предатель, лишь тебе решать. Реакции онлайн нету, только слепую мань затуманен. Не забывай о том, во что ты играешь и с кем. Невербальный успех для тех, кто практикует измену себе. Бег с препятствиями, мир подъездов и прессы. Есть обиды на частные, забитые бегства со смесями бесов или порезанных местью. Возмездие придет с новыми тестами, обернется злобой на мир. Все исчезнет, позже появится новый вид. Обилие квестов будет летальным и мерзким. В мире монстра происходит игра, слова становятся вязкими. И все внимание в экран. Временно попавших в это место ожидает бездна. Меняя свой цвет на красный, черный, резкий. Острые лезвия сталь срубает на месте. В чужой башке смесь дыма и прогрессии. Зверский, зверский. И наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей ранен, на самом деле она сомневается в своих собственных интеллектуальных способностях. Но никто в этом не признается. Даже самому себе. Шах и мат.